Салют, дорогие друзья! Как меня видно, как меня слышно? Напишите, пожалуйста, плюсики в комментариях. Справа окошко YouTube, с правой стороны есть окно для комментариев. Собственно, туда вы можете вписать любой комментарий, я его увижу и, возможно, прочитаю. Напишите, пожалуйста, плюсики, если меня видно, если меня слышно. И если все окей, то давайте стартовать. Сегодня у нас второй вебинар из цикла вебинаров для партнеров Solar Group. И сегодня мы с вами поговорим о том, как проводить интерактивные прямые эфиры в социальные сети. Вот. И, собственно, о чем конкретно сегодня мы поговорим. Первое — это как подготовиться к эфиру. Согласитесь, рецепт любой победы — это качественная подготовка. И в первую очередь это подготовка психологическая. Во вторую очередь это, конечно же, контент, куда без него. Вот. И, собственно, мы с вами обсудим, как подготовить классный, вкусный контент, как сделать хороший дизайн. И также, что очень важно, я с вами поделюсь продающей схемой прямого эфира. Также мы с вами рассмотрим интерактивные фишки, которые помогут вам удерживать аудиторию. Это очень важно не только для YouTube, но и в целом для результативных продаж. Вот. Собственно, поехали, дорогие друзья. Меня зовут Денис Богданов. Кто-то со мной уже знаком, кто-то нет. Я владелец стрим-видеостудии VideoBrand, и мы специализируемся на проведении вебинаров и записи онлайн-курсов. Вот. Собственно, также мы специализируемся на организации видеосъемки и трансляции крупных конференций. Вот, собственно, конференцию в Дели, как раз-таки трансляция оттуда на трех языках была организована нашими силами. Я работаю с такими ребятами, как Евгений Хоченков, Сергей Косенко, Эд Халилов, Настя Трофимова. Мои клиенты — это Розахутер, Аэрофлот, Санофи — это компания, которая привезла Спазган в Россию. Это шикарная таблетка, от которой не болит голова. Вот. Также мои друзья — это акселератор Axel, Екатерина Иноземцева, Бизнес-молодость, Лайк и так далее. Ну, я уверен, что всех вы знаете, как минимум слышали. Также я основатель образовательного проекта «Мак-университет», в котором я учу, как пользоваться Apple на 100%, на полную катушку. Вот. И, собственно, мы в «Мак-университете» создаем крутые классные презентации, часть из которых я постараюсь вам сегодня продемонстрировать, поскольку вам это будет действительно очень полезно для проведения ваших эфиров. Также у меня есть своя авторская еженедельная передача на радио на Max.fm, в которой я рассказываю о последних фишках, лайфхаках, разного рода приложениях и так далее. Кстати, поставьте семерочки в комментарии, кто слышал мои прямые эфиры на радио, либо слушал подкаст на iTunes. Вот, будет очень приятно получить такую обратную связь. Вот. Ну и, собственно, я автор проекта «Академия успешного спикера», в которой мы как раз-таки рассказываем, как продавать на вебинарах, как вообще в целом двигаться через онлайн, как развивать свою онлайн-школу. Ну и в первую очередь это, конечно, прямые эфиры. Это очень важная история, которая позволяет нам ускорять продажи, ну, позволяет вам в первую очередь, конечно. Вот. И, собственно, давайте начнем с нашего первого пункта. Это психологическая подготовка. Это очень важный момент для того, чтобы вы провели эфир так, как вы запланировали, с теми конверсиями, с которыми вы запланировали. Вот. И, кстати, вам не кажется здесь что-то не так на слайде, да? Давайте нажмем кнопку «Сделать нормально». Так, о, отлично. Теперь мой перфекционист внутри меня радуется. И, собственно, почему важна психологическая подготовка? В первую очередь, если вас что-то беспокоит, конверсии будут низкими, технический саботаж будет срывать вебинар, и люди все это почувствуют. А если это почувствуют люди, то будет снижено доверие. Ну, собственно, где нет доверия, там нет продаж. Вот. Ну и, собственно, первая рекомендация, очень важная. Это будьте вовремя, друзья. Придите заранее в студию, либо в место проведения эфира, если вы ведете эфир из дома и так далее. Потому что если вы опаздываете, если вам не хватает времени, вы начинаете судорожно себя вести. Это совсем не то состояние, которое вызывает доверие, которое позиционирует вас как эксперта и, собственно, в котором нужно продавать. А продаем мы всегда, друзья, согласитесь. Неважно, продаем ли мы товар, либо курс, либо просто саму идею. Например, стать партнером в вашей структуре, стать микроинвестором. Мы в любом случае приводим какие-то аргументы, и фактически мы совершаем продажи. Поэтому очень важно быть в правильном состоянии.
Напишите, пожалуйста, троечки, кто хоть раз опаздывал на свой собственный эфир. Будь то эфир на радио, либо на телевидении, либо это прямой эфир в социальных сетях. Напишите, пожалуйста, троечки, поделитесь. Вот. Ну, а мы, собственно, пойдем потихонечку дальше. Да, вот я вижу, вижу первую обратную связь. Да, приветствую, Паша. Приветствую, Роман. Да, отлично. И, собственно, следующий совет в рамках психологической подготовки к успешному прямому эфиру — это договоритесь сами с собой. Вот, собственно, о чем договориться? Задайте себе вопрос, что произойдет самого страшного, если, ну, и подставьте любой свой страх. Ну, например, одна из очень популярных вещей — это на эфире будет всего пара человек. Пара человек, а вы ожидали стадионы. Это очень распространенный страх, и такая вещь, с которой приходится справляться. И когда нет людей, снимите с себя ожидания. Ведь даже если один человек тратит свое время на коммуникацию с вами, это как минимум для вас хорошая тренировка. А как максимум, это может увенчаться успехом, сделкой, новым партнером в вашей структуре. Вот. Соответственно, еще лучше, самый правильный, наверное, сценарий в этом отношении — это заузить свои ожидания. Заузьте свои ожидания и ждите, что будет 1-2 человека, как на обычной встрече. Мы же, когда встречаемся, редко когда мы выступаем на огромное количество людей. Это совсем другого уровня, так сказать, коммуникации. Поэтому ожидайте, что придет хотя бы 1-2 человека, а если их придет много, если придет стадион, вам будет вдвойне приятно и это даст дополненное состояние и придаст вам энергии. Потому что, когда мы выходим на сцену, когда бьют софиты в глаза, то энергии прибавляется, поверьте, невероятное, за 8, невероятное количество. Вот. За 8 лет шоу-биза я это ощутил неоднократно. Поставьте, пожалуйста, четверочки те, кто опасается, что не будет людей в прямом эфире. Кто проводил вебинары, у кого уже были такие страхи, для кого это близко. Мы не будем прям ждать обратной связи, чтобы правильным образом тратить ваше время и мое. Вот, поэтому я на вашу обратную связь обращаю внимание, но иду дальше по нашей теме. Собственно, следующая история, о которой нужно договориться, это если люди уйдут с эфира. То есть, если такое произойдет, то как правильно реагировать? Ну, во-первых, вы не знаете, почему на самом деле люди ушли. Возможно, сидят не те люди, не та целевая аудитория, и ей просто неинтересна заявленная тема. И это просто промашка вашего таргетолога или маркетолога, который собрал вам трафик. И в худшем случае вы поймете, как еще улучшить ваше выступление. Ну, в лучшем же случае ваши шансы будут на продажи будут более высоки. Вот. Соответственно, не бойтесь, что люди уйдут с эфира. Это всегда... Через такие вещи мы растем. Это не страшно. То есть от этого, там, упаси Господь, не сгорит дом, ничего не случится с вашими близкими, с вашей машиной, еще с какими-то важными для вас вещами. То есть это не страшно. Также очень рекомендую вам договориться с собой в отношении хейтеров, друзья. Хейтеры, они есть всегда. Зачастую аудитория, на которую мы выступаем, она не всегда идеально теплая и хочет видеть вас, слышать вас, да, и покупать то, что вы продаете. И в целом это нормально. И чаще всего хейтеры на самом деле это подростки, либо это ограниченные люди низкого социального уровня. И в целом такая рекомендация отрабатывать негатив имеет смысл только в том случае, когда он идет с уровня сверху. То есть вы либо станете сильнее, конфликтуя с более сильным человеком, либо вы прокатитесь на его популярности, что, кстати, тоже плюс, хотя и спорный на самом деле. А вот негатив снизу отрабатывать нет совершенно никакого смысла. Собака лает, караван идет, как говорится. И не нужно вам сливать свою собственную энергию и популярность на бессмысленные речи. Это не принесет ничего, кроме потери времени и плохого настроения. Вот, поэтому на хейтеров не обращаем внимания, только на конструктивную критику и только на какие-то комментарии с уровня сверху, условно говоря. Поставьте, пожалуйста, девяточки, кто сталкивался с такой историей, кто сталкивался с хейтерами и кому они, скажем так, ставили под угрозу эфир. Интересна ваша обратная связь.
И также, друзья, очень важный момент, о котором я скажу далее. Дело в том, что человек принимает решение, смотреть ли дальше, смотреть ли в целом ваш прямой эфир или нет, в первые 10 минут. Ну, на самом деле, даже в первые 2 минуты. Вы знаете, что первое впечатление — это такая вещь, которую не воспроизвести во второй раз никогда. Вот. И, собственно, если в это время, во время, когда человек принимает решение, смотреть дальше или нет, если в это время спикер вебинара раскачивается, заикается, перепрыгивает с темы на тему, то зрители сольются, результат эфира будет незначительный. Вот. Соответственно, нужно начать разговаривать за 15 минут до эфира, чтобы привыкнуть к камере, чтобы привыкнуть к свету и уже на боевом эфире быть в более расслабленном состоянии. Вот. Мы у себя на курсе заметили такую метрику, что для начинающих спикеров, для начинающих новичков в целом, необходимо 40 минут. Порядка 40 минут, чтобы разговориться, разгорячиться, так сказать, и уже быть полностью готовым к боевому эфиру. Вот. Поскольку даже если вы уверенный бизнес-тренер, вы привыкли выступать, если вы начинающий все-таки бизнес-тренер, вот, и вы периодически выступаете, то все равно есть момент такого минжевания, скажем так, перед выходом на сцену, на аудиторию, неважно, это онлайн или офлайн, тем более, если это офлайн. Вот. И, собственно, какая рекомендация? Включите прямой эфир в Instagram и там начните общаться со своими подписчиками на заявленную тему эфира. Вы там можете спросить, какие возникают вопросы у ваших подписчиков, например, на предложенную вами тему. Вы можете проанонсировать прямой эфир и разместить ссылку в шапке профиля. И в качестве аргументов скажите, что на прямом эфире будет презентация, будут слайды, будут гораздо проще для восприятия поданная информация. Поэтому сейчас мы закончим Instagram и переходите по ссылке в шапке профиля на полноценный прямой эфир. Напишите, пожалуйста, четверочки в чате, если вы пользуетесь этим методом, и если он вам помогает. Будет очень приятная обратная связь от вас. Далее, если вы опытный спикер, и в целом мы у себя заметили, у нас проходит огромное количество людей, что опытным нужно уже 5-10 минут. То есть 10 минут разговориться, и все, через 10 минут он уже прям шикарно ведет эфир. Он либо она, чаще она. Так получается, что девушек, по моей статистике, девушек действительно больше, которые ведут инфобиз, которые вещают в сети, в онлайн. Вот. Так получается, что их больше, их где-то процентов 70. Вот. И, собственно, такой же совет также можете начать в Instagram, например. И таким образом у вас разговорится горло, оно станет более мягким, ваш голос станет более приятным, что позволит, собственно, вызвать большее доверие у вашей аудитории. Это тоже очень важно. Доверие равно продаже. Доверие плюс контент, конечно же. Вот. Собственно, как мы все с вами понимаем, профи предварительные ласки не требуются, они готовы сразу. За 8 лет моей практики я знаю таких только 2 людей, которые в любой момент готовы спикерить, готовы выдавать контент на заданную тему. Таких всего 2. Давайте идти дальше. Финальный момент в отношении психологической подготовки — это договоритесь сами с собой. В каком отношении? Признайтесь вашим зрителям, вашей аудитории, что вы немножко волнуетесь. Как будто у вас мурашки, как представлено, на картинке сверху. И это не делает вас слабее, сразу поймите. Это делает вас ближе к аудитории. Признаваясь в таких маленьких слабостях для аудитории, вы становитесь чуть-чуть ближе. Доверие возникает чуть-чуть больше, и уже зрители вас поддерживают. Особенно, если эта аудитория лояльная, если эта аудитория теплая. Они вам уже могут сказать: «Серега, не робей, все будет хорошо», или «Кристина, ты классно выглядишь прямо сегодня, супер». Вот. Это придаст вам энергии и позволит еще круче дальше стартовать. Вот. Собственно, холодная аудитория просто поставит плюсик, но тоже при этом смягчится. Это нормально. Если вы обращали внимание, когда люди выходят на живую аудиторию на живых выступлениях, часто они говорят: «Ребят, я так волнуюсь», и у зрителей возникают аплодисменты. Очень крутая история, это тоже лайфхак для живых выступлений. Собственно, давайте двигаться дальше. И сейчас мы с вами поговорим про контент.
Вот, собственно, как сделать вкусный контент и вкусный дизайн. Дело в том, что не обязательно быть дизайнером, чтобы делать крутые слайды. И я вам сейчас это докажу. Если вы счастливый обладатель Mac, то для вас есть отличная новость. Есть программы, в которых собраны шикарные шаблоны с идеально выверенным дизайном. И редактируются они в программе Keynote. Вот сейчас вы видите на MacBook, который находится вот с этой стороны, вот, вы видите, есть специальные программы, которые содержат шаблоны. Эти шаблоны уже идеально выверены, то есть в них уже сделана классная инфографика, в них подобраны классные иконки. Вот, и вы можете просто брать их и использовать. Есть вот такой, такая программа, Inspiration Set называется, например, и здесь есть не только презентации, но макеты каких-то сертификатов, макеты, ну, в принципе, любой графического контента. Вот сейчас мы видим шаблоны пресс, конкретно презентации, которые можно также делать, вот как вы сейчас видите мою презентацию, с анимациями, со всем остальным. Это божественно круто выглядит, то есть уже маркетологи продумали, какую информацию расположить, дизайнеры все это сделали, и вам остается только внести свои данные вместо, собственно, этого текста. Внести свои, если нужны, иконки, свой контент, и вы получите шикарный на выходе результат. Вот такая вот история, если у вас есть Keynote. Также есть Social Media, такая классная программа, которая позволяет для ваших социальных сетей использовать шаблон. Вот я вбил Instagram, вот, и, собственно, он мне показывает квадратные шаблоны, которые я могу использовать для своего Instagram. Шикарная история. Вот как минимум 4 программы, которыми я могу с вами поделиться, если вы подпишетесь на меня в социальных сетях после эфира. Все ссылочки будут в конце. Вот, собственно, если посмотреть немножко глубже, да, как это работает, ну, конкретно про Keynote, вот здесь ускоренное в 40 раз видео о том, как делаются презентации, как из вот такого шаблона мы сделали презентацию, ну, для одного из наших студентов. Ольга Балябина, возможно, она нас сейчас тоже смотрит. И вот здесь вы видите, как, ну, довольно быстро, довольно просто все это редактируется, все это корректируется. Вот. И сейчас буквально еще секунд 15 вы посмотрите. Такая небольшая техномагия. И дальше я вам покажу, ну, собственно, сами слайды, то есть что было сделано. То есть, как видите, ничего сложного. Мы просто корректируем размеры, вставляем правильные иконки, вставляем свой текст, вот, при необходимости картинки. Вот, и получается вот такая красота. Вот, ну, собственно, давайте посмотрим, что в итоге получилось в результате этой работы. А в результате получилась вот такая у нас презентация. Это слайд в чистом виде, использованный из шаблона. То есть, согласитесь, выглядит довольно здорово. Вот таким вот образом обозначена цель. То есть, грубо говоря, взяли шаблон, и в этот шаблон мы вписали весь свой контент. Добавили все свои картинки, поставили свою инфографику, ну, вернее, инфографику из слайдов немножко скорректировали, вот, поставили свои иконки, и вот получился такой результат. Поставьте пятерочки, если вам нравится то, что вы видите сейчас вот здесь на экране. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, если вам нравится дизайн, если вам нравится результат. И поставьте двоечки, если вам не нравится. Ну, мало ли. Я не думаю, что у нас здесь есть хейтеры, но вместе с тем. То есть вот в таком формате это выглядит. Согласитесь, выглядит здорово. Ну, как минимум, мне прям нравится. Вот. Хорошо, а если у вас не Mac, если вы работаете на Windows, тогда тоже для вас есть отличная новость. Есть шикарный онлайн-сервис, он называется canva.com. И давайте посмотрим, как он работает. Собственно, для того, чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно в нем авторизоваться. Вот вы видите, подсвечена кнопочка «Войти». Я рекомендую вам войти через ваши социальные сети. Вот я, например, выбрал Google аккаунт. Это очень удобно, потому что не нужно запоминать пароли. Вы просто пользуетесь вашим Google аккаунтом, и он является ключом для авторизации. Вот. Здесь не обязательно покупать Pro-версию, вы можете пользоваться бесплатной. Вот. И, собственно, для того, чтобы нам уже перейти к созданию самого дизайна, нужно нажать вот здесь вверху, есть кнопочка «Создать дизайн». И здесь мы выбираем «Презентация».
поскольку нас интересует дизайн презентации. Вообще там есть и социальные сети, и все остальное. Вот. И дальше из того предложенного списка, который вы видите, вы выбираете то, что вам по душе, либо то, что по дизайну подходит к вашей компании. Вот. Ну, например, я выбрал этот слайд, и давайте его немножко скорректируем. Для этого я просто кликаю дважды по нужному мне элементу. Ну и, собственно, пишу «Привет, Solar Group! Салют!». Вот. Согласитесь, ничего сложного. И дальше это можно сохранить как PDF-ку. Вот, рекомендую вам как PDF сохранять, потому что таким образом у вас не поплывут шрифты никогда. И у вас будет идеально вот та картинка, которую вы захотели, которую вы прописали. Именно та картинка у вас и будет. Простите, немножко у нас упал микрофон. Я вот так, да? Да. Да. Напишите, пожалуйста, плюсик, если меня хорошо слышно, хорошо видно, если вы пережили это шебуршение. Вот. И, собственно, давайте переходить дальше. Вот. И дальше у нас очень важная тема — это продающая схема прямого эфира. Собственно, у нас на курсе в нашей академии довольно большое количество таких вариантов для каждой ниши, для, ну, условно говоря, для каждой специализации. Мы подбираем свою, и мы помогаем и с дизайном, но самое главное — это смыслы. Самое главное — вытащить правильные смыслы, чтобы у людей возникло доверие. Вот. Ну а доверие равно покупка. И неважно, вы закрываете людей на то, чтобы они купили инвестиционный пакет, либо вы просто хотите поделиться идеей и что-то им рассказать. Вот, собственно, первое, с чего мы начинаем, это заглушка с темой. То есть, ну, как видели на моем прямом эфире, было написано в самом начале название нашего вебинара и тематическая картинка. То есть, соответствующий образ на картинке, чтобы человек уже ментально воспринимал, о чем пойдет речь. Соответственно, картинку нужно подобрать, и желательно подобрать ее с бесплатных стоков, таких как pexels.com, unsplash.com, ну и так далее. Все ссылочки у нас будут в описании к этому видео после прямого эфира. Вот. Также очень хорошо у нас зарекомендовала такая вещь, как таймер до старта. И есть такой лайфхак — выходить в прямой эфир за 10 минут, и вставлять в эти 10 минут отзывы. Отзывы о вашем продукте, о вашей структуре, о ваших услугах и так далее. То есть, ну, в зависимости от цели вашего прямого эфира. Вот. И таким образом люди, которым важен ваш прямой эфир, они обычно заходят заранее. Ну, или как минимум вовремя, а в лучшем случае заранее. И вот как раз-таки для таких людей вы можете поставить отзывы и написать, что до прямого эфира осталось 10 минут и countdown, ну, то есть таймер обратного отчета на 10 минут, чтобы они понимали, через сколько начнется. И тогда как раз-таки люди будут уже видеть отзывы, они будут правильным образом подогреваться, и они уже будут более расположены к той информации, которую вы будете подавать. Это очень крутая фишка, она поднимает конверсию, ну, в цифрах сейчас не скажу, но существенно поднимает конверсию. Вот, собственно, далее приветствие. Поприветствуйте ваших зрителей, кратко представьтесь, не нужно с самого начала куча регалий. Представьтесь кратко, например, меня зовут Денис Богданов, чтобы обозначить. И обязательно обозначите тайминг, во сколько вы планируете закончить. То есть таким образом вы показываете, что вы уважаете время ваших зрителей, ну и уважаете себя, уважаете свое время. Ну, вот, ну и плюс это просто элементарно удобно. Вот. Ну и обязательно, конечно же, тему, о которой будете говорить. Далее. Программа эфира тезисно. То есть здесь необходимо тезисно рассказать, что будет в прямом эфире. То есть таким образом люди сразу будут понимать, им актуальна эта информация или нет, остаются они на прямом эфире или нет. Это очень полезно для того, чтобы вызвать доверие у людей и чтобы они досмотрели ваш вебинар до конца. Очень важный еще момент. Необходимо пояснить, зачем вашей аудитории то, о чем вы рассказываете. Ну, собственно, это придаст глубину, а также заинтересует зрителя досмотреть эфир до конца. Это очень важно. Вот. И обязательно анонсируйте бонусы. Бонусы для тех, кто будет проявлять активное участие в вебинаре. Вот, например, поставьте семерочки, если вы еще не спите, если вам интересна продающая часть, если вам интересно, как составить свой продающий вебинар. Поставьте, пожалуйста, семерочки.
Вот. И, собственно, если вы пообещаете бонусы и потом обязательно эти бонусы дадите тем, кто досидел, условно говоря, до конца, и тем, кто был активен на прямом эфире, то вы с большее количество зрителей сохраните, особенно если бонусы будут того стоить. Кстати, у нас очень интересные бонусы сегодня, но об этом немножко позже. Сегодня я хочу рассказать о технологии. Далее, расскажите о себе немножко детальнее. То есть несколько регалий, обязательно социальные подтверждения, объяснения, почему вы имеете право говорить с позиции эксперта на заявленную тему. Обязательно поделитесь вашими результатами или результатами вашей партнерской сети, либо результатами компании, что, например, компания выплатила вот такие суммы своим инвесторам. Или результатами ваших клиентов, если вы предоставляете услугу. И следующий этап – нарежьте вашу аудиторию. То есть, что я имею в виду под «нарежьте»? Нужно определить, кто сейчас вас смотрит. То есть, согласно понятным для вас и для вашей аудитории критериям. То есть, это может звучать таким образом. А есть ли среди вас те, кто работают по найму и хочет иметь дополнительный стабильный источник дохода? Или, например, а есть ли среди вас те, кто имеет собственный бизнес и ищет безопасные и стабильные варианты инвестиций? Согласитесь, вы сразу будете понимать, какое процентное соотношение у вас первых и вторых целевых аудиторий. И, соответственно, вы таким образом сможете подобрать более лучшим образом аргументы, возможно, даже подобрать слайды, если вы делаете как мы, когда помощник корректирует презентацию, Google презентацию в режиме реального времени, в зависимости от того, какая идет нарезка аудитории. Тоже, кстати, очень крутой лайфхак. Далее. Контент. Друзья, контент — это самая главная история. Вот. И контент следует преподносить через боли к желаемым результатам. То есть боль, польза, результат. Ну, например, боль — это невысокая, но стабильная зарплата, то есть это оклад, нет возможности заработать больше. Польза либо контент. Расскажите, как можно заработать с помощью вашей партнерской сети, например, и убрать свой потолок. Расскажите о возможности вашей структуры, компании, что приведет к дополнительному источнику дохода. Ну и, собственно, результат. Поделитесь, нарисуйте идеальную картину, что благодаря такому источнику люди смогут потратить деньги на путешествия, ну, заработать, соответственно, и потратить. Например, путешествия, расширение жилплощади, на новый автомобиль с электродвигателем, например, и так далее. То есть вот в таком формате. И, по сути, выстраивайте весь дальше свой контент в формате боль, решение. Вот. Ну и периодически с идеальной картиной. Тогда люди будут понимать, во-первых, узнавать себя, что у них тоже так же болит, например, да, и они будут видеть, что, о, вы можете дать им решение, это же шикарно, это здорово, вот, ну и, собственно, прийти к правильным выводам по результатам эфира. Далее, отработка возражений. Плохая история, когда вы отрабатываете возражения, когда они возникают. Идеальная картина, когда во время того, как вы будете рассказывать и продавать, вы будете сразу отрабатывать возражения. То есть желательно прямо наперед подавать информацию таким образом, чтобы возражение просто не возникало. Что для этого нужно сделать? Первое. Выпишите ключевые возражения, которые возникают у вас на переговорах. А второе. Подготовьте информацию таким образом, чтобы в процессе вебинара во время продаж заранее закрыть, собственно, все эти возражения. И дальше вам необходимо поставить блок с отзывами или любым другим контентом, который подтверждает то, собственно, о чем вы говорите. И следующая история, очень важная, это призыв к действию. Вы помните на предыдущем вебинаре, который мы проводили для партнера Solar Group, о фишках видеоконтента для крутой съемки, для крутого монтажа. Вот, кстати, если не смотрели, очень рекомендую вам его посмотреть. Это призыв к действию. Призыв к действию, он должен быть один. То есть либо оставить заявку, либо написать в директ какое-то одно конкретное целевое действие. Собственно, определитесь, что вы хотите. Вам нужен один конкретный призыв. Вот. Причем стоит тестировать разные призывы на вебинарах. То есть какой-то лучше зайдет на одну аудиторию, какой-то лучше на другую.
Вот. Ну и, собственно, ключевые — это вот оставьте заявку, напишите в директ, напишите в WhatsApp, либо купите пакет инвестиций такой-то, такой-то. Вот. Ну, естественно, перед этим вам необходимо показать эти пакеты, ну и грамотным образом их продать во время дачи контента. Напишите, пожалуйста, шестерочки, если вам полезно то, о чем я говорю сейчас. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Вот, шестерочки, если вам прям полезно. Как говорится, вам несложно, мне приятно, да? Но это не очень аргумент, если честно. Вот, собственно, давайте двигаться дальше. Да, вот вижу. Отлично, благодарю. Далее, друзья, давайте поговорим об интерактивных фишках, которые помогут удерживать вашу аудиторию. Вы уже заметили, что я встраиваю в свой эфир анимацию, гифки, видео и QR-коды. QR-коды вы видели в моем предыдущем вебинаре «Фишки и лайфхаки при создании видеоконтента». Вот, его очень рекомендую, опять же повторюсь, посмотреть, если еще не видели. Там огромное количество приложений, полезных сервисов, которые позволят вам легко и круто делать качественный видеоконтент. Вот. И, собственно, друзья, это завершающая часть сегодняшнего нашего эфира. Скоро будут бонусы. Я надеюсь, что вы еще не устали. Я стараюсь идти прям плотненько по контенту, не отвлекаться. Вот. И, собственно, первое, что я вам рекомендую делать в прямом эфире, это отзывы живых людей. То есть вы можете прям пригласить живого человека в эфир, чтобы он дал отзыв о вашей совместной работе, либо о вашем проекте, о вашей партнерской сети, о компании, о продуктах, услугах, которые вы продаете. Как вариант, вы можете вставить вот, собственно, видеоотзыв, как это видно сейчас здесь. Но самый оптимальный вариант, когда это не просто видеоотзыв файлом, да, а когда это действительно подключенный человек. На следующем эфире я буду как раз об этом рассказывать, в следующую среду, также в 7 вечера по Москве, как подключить живого человека в ваш прямой эфир. Вот. И особенно это хорошо работает, я повторюсь, в начале сегодняшнего вебинара я об этом говорил. Если вы стартуете эфир за 5-10 минут до обозначенного времени старта, то есть, допустим, старт у нас 19.00, но в 18.55, либо в 18.50, вы включаете отзывы с таймером обратного отсчета, что через 10 минут мы начнем, а сейчас посмотрите отзывы наших, ну, например, учеников. Мы так делаем, это очень круто поднимает конверсию. Вот, собственно, люди, которые заходят чуть-чуть раньше, я повторюсь, к вам на эфир, они самые заинтересованные. И как раз вы можете их еще больше подогреть отзывами о вашей успешной работе. Ну, естественно, это даже не обсуждается, что отзывы должны быть настоящие, отзывы должны быть честные. Ну и, конечно же, лучше сюда только положительные отзывы располагать, без отрицательных. Далее, следующий интерактив. Очень классная вещь — это таймер и задание для аудитории. Это работает абсолютно везде. Вот. Ну, выглядит следующим образом. Вы даете какое-то задание вашей аудитории и ставите таймер, опять же, с обратным отсчетом. Этот таймер должен содержать музыку. Ну, сейчас я ее отключил, чтобы вы ее не слышали, чтобы не отвлекались. Но это должна быть какая-то вот… Помните, как «Стать миллионером» было шоу? Вот там прям шикарная музыка для обдумывания и выполнения заданий. Вот, собственно, когда заканчивается таймер, вы видите, он начинает таким быть красным, моргать, пищать. Вот, собственно, что это позволяет делать? Это позволяет активировать вашу аудиторию, пробудить всех, кто заснул, если вдруг ваш спич был не очень интересным. Ну и, собственно, дать аудитории самое главное — пользу, поскольку, когда вы занимаете внимание большого количества людей, необходимо делиться, необходимо давать людям пользу, чтобы, ну, это было как минимум честно. Вот. И, собственно, с помощью определенных заданий, хочется сказать домашних заданий, да, заданий на вебинаре, либо заданий в прямом эфире, либо на живом выступлении, вы можете поделиться своим опытом. Ну вот, и люди уйдут с каким-то конкретным результатом. Это очень важно, это очень здорово. На предыдущем вебинаре я давал задание сделать лифтовую презентацию. Поставьте, пожалуйста, единички те, кто это сделал. Вот прямо интересно, сколько у вас будет. Поставьте единички те, кто сделал задание с предыдущего эфира. Мы с вами договаривались, что мы не будем 5 минут занимать вашего времени, а вы это сделаете дома самостоятельно. Вот, собственно, поставьте единичку, кто это сделал.
А мы идем пока дальше. И следующая история — это опросы в Facebook. Когда вы делаете прямую трансляцию на Facebook, вы можете сделать интерактивный опрос. И вот сейчас вы видите на картинке, как это выглядит с мобильного. Вот. И на следующем вебинаре, который будет в среду, я вам покажу, как сделать эту же историю, ну, собственно, как ее настроить на компьютере, чтобы вы могли действительно вживую опросить ваших зрителей, увидеть их результаты, эти результаты опубликовать, собственно, в вашем прямом эфире и, ну, на базе этого сделать классный, шикарный интерактив. Вот. Это очень крутой инструмент, который позволяет активировать вашу аудиторию. Вот, например, кто смотрел шоу «Голос», либо какие-то подобные вещи, когда говорят, отправьте смс там на такой-то, такой-то номер для того, чтобы проголосовать за такого-то участника. Это как раз-таки пример такого интерактива. Ну, единственное, что еще со сбором денег, конечно, потому что каждый смс стоит денег. И там сборы сумасшедшие, кстати, я вам скажу. Вот. Здесь это абсолютно бесплатно. Это находится во встроенном функционале Facebook, и это очень крутая фишка. Вот. Скоро эта же история появится в Instagram. Нам инсайдеры сообщили, но это будет немножко позже. На следующем прямом эфире в среду я покажу механику, как это делать. И в целом следующий прямой эфир, он будет посвящен именно механикам. То есть как конкретно настроить, как сделать рестрим на несколько социальных сетей. То есть вот мы, например, когда транслировали из Индии, у нас было задействовано больше 20 разных источников. Это были и Facebook, и ВКонтакте, и инвестиции с небольшим чеком стартовым. Вот, в своей стране. Это очень круто. Вот, собственно, дорогие друзья, напишите, было ли вам полезно то, о чем я сегодня рассказывал. На самом деле, если вы отпишете какой-то отзыв, то мне будет особенно приятно. Напишите, пожалуйста, троечки, если вам было действительно полезно, если вы почерпнули что-то новое и что-то из того, о чем я рассказывал, будете использовать. Это будет очень здорово. И, собственно, обещанные бонусы для тех, кто у нас не то чтобы досидел до конца, да, но активно оставался, вот, активно участвовал в комментариях и досмотрел действительно наш прямой эфир до конца. Если вы хотите получить вот продающий шаблон, который я показывал выше, схематичный, с крутым дизайном, то есть ну, уже подготовлен, вам нужно только вставить свою историю, собственно, и все. Вот, напишите мне, пожалуйста, в директ. И также скринкаст, как настроить прямой эфир с компьютера. Напишите мне в директ в Instagram. Вы сейчас видите QR-код, вы его можете считать с вашего телефона, то есть открыть Instagram. И в Инстаграме нажать на «Сканировать визитку». Вот, и, собственно, вы сможете просканировать. Либо просто впишите в поиске, нижнее подчеркивание, «Денис Богданов». Ну, так меня зовут. И, кстати, если по поводу скриншотов. Если выступление вживую, вы можете вот с помощью таких QR-кодов очень легким образом завести людей в социальные сети. Либо ну, чуть-чуть других QR-кодов вы можете поделиться какой-то конкретной ссылкой, например. Либо доступом к вашей Wi-Fi сети, например, если у вас какое-то мероприятие большое, и вы хотите участникам дать доступ. Вот. То есть QR-коды — это очень классная вещь. Опять же, повторюсь, я об этом говорил на первом вебинаре для партнеров Solar Group, который вам рекомендую посмотреть фишки и лайфхаки при создании видеоконтента. Там я делюсь огромным количеством приложений и сервисов, которые помогут сделать крутой качественный контент. Вот. Ну и, собственно, друзья, вот здесь описаны мои контакты, вот здесь есть наш сайт videobrand.media, где вы можете посмотреть вообще в целом, что мы делаем. Поэтому я надеюсь, что вам было полезно. Я надеюсь, что вы будете использовать те знания, которые мы нарабатывали годами, а у нас уже больше 8 лет опыта на самом деле. Вот. Поэтому засим на этом прощаюсь. Всем шикарных прямых эфиров и до встречи в следующую среду.